Йо, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить руба названием Morbid the Seven Occlutus. Occlutus. Короче, мы отправляемся на поле сейчас. Это что поле? Роща Гримвальда. А, это роща, то есть это еще не поле, которое нам предлагали пойти. Но здесь все равно людоеды. То есть здесь люди. Я не нашел, только NPC можно взять задание. То есть на самом деле такое. Ну поехали. Я понял. Ну что, меч, ты был у меня довольно долго. Хотя я могу и это повыкидывать, смысл от него. Типа, и от этого смысла тоже нету. Выкинуть. Так, сейчас мы переставим. Сюда. Так, грибы сюда. Это сюда. Бля, я брокколи использовал. Ладно. Уже ничего не поделать. Ледяной гриб. Ледяной гриб. Ледяные грибы узнать очень легко. Их шляпки покрыты толстым слоем инея. Температура поверхности гриба наносит настолько низкая, что уничтожает клетки любого животного организма, коснувшегося ее. Эта особенность делает гриб чрезвычайно полезным в улучшении оружия. Будьте предельно осторожны в обращении. Иначе пальцы мгновенно замерзнут и разобьются. Позволяет добавить оружие эффект охлаждения. А, то есть это не ломается, да? Так, ну поэтому я мог понять, что здесь жабы будут. Просто атакует. Он даже не нас атакует. Ага. А что она дает? А, так я могу здравомыслие себе повысить. Изи. Ой, а там кабанчик. А что это за знак такой? Так, а это уже обманки, да? Пошли? Не, не обманки. Ладно. Если я могу себя повысить, почему бы и нет? Ну, здравомыслие. А что мне мешает? Так, благословение. Повышает максимально выносливость. Выносливость на некотором переказе бег. Перекаты и бег. То есть я сразу... А, тут по одному, а здесь сразу 4 я трачу.
Ну давай. Все, да? А следующим мне нужно будет 5. Так, ладно, что там у нас по новым врагам? Слуга Моэр. Большинство схваченных семейством Моэр людей оказываются съедобными, но некоторые становятся слугами, жадно ищущими плоти. Заколдованные рабы отправляются на поиски новой плоти или новых услуг для семейства. Считается недоступным, недопустимым принимать предложение Яге Моэр. Стать слугой от таких часто отрекаются семьи, их отлучают от прихода, прохода, прихода, не суть. Так, изучаем местность. Ага, засел. Ага. Ну ладно, не так уж много наносит. Так, кабанчик мне пугает. Ой! Ну ладно, больше-менее я привык именно к этому мечу. Окей. Бля, я думал, это сердцевина. Я уже обрадовался. Думал, ого-го-го. Неужто это оно? Оказывается, нет. Да ё-моё! Чё такой сильный? Кабанчик. Он очень жесткий. Не, с кабанами лучше вообще не драться. Он меня целую контишку. Ой, ну вы поняли. Он очень много ресурсов жрет, кабан. Короче, по возможности лучше с ним вообще не связываться. А тут бред. И очень жесткий бред. Блин, конечно, вот непонятно, куда я могу забежать, куда нет. Вот типа я могу туда забежать, но я не могу дальше никуда пройти. Хотя я вижу, что там лежит что-то. Блин, одна хилка и каша. Ой. А боль? Ой-ой-ой, да ты шо?
Да ты шо? Да ты шо, да ты шо? Почему я из-за этого тупого дерева не могу пройти? Сука. Допустим. Как понять, вот как... По идее, тут есть проход, но я не могу тут пройти. Но он тут есть. Там не закрыто, тут забора нету. Главное, чтобы кабан в спину не напал. Я понимаю, что здесь будет босс, который наездник вот был изображен. Ну, тоже, тут ничего нету. Я могу сюда пробежать, но нет. Так, что-то я далеко побежал. Подожди, обратно возвращаемся. Блин, я могу, в принципе, пойти с самого начала и восстановить колбы. Ну, тогда все враги восстановятся, но большинство мест мне не нужно будет ходить, так ведь? Ладно. Медитация. Пускай лучше так. Пускай лучше так. И главное, плохо то, что с них ничего не падает. Ладно, тут хотя бы кашу можно фармить. Радует. То есть я могу прийти во все орудия. Как узнать, насколько у меня уменьшен урон? Просто там написано на время. А время это... таинственная жидкость. Таинственная жидкость. Кто-то считает, что употребление непознанной надписи чрезвычайно опасно. Другие же это кажется увлекательным приключением. Так, давайте я попробую хотя бы. Ага. Ага. Так, морозный грибок. Так, с кабанчиком я вообще сражаться не хочу. Но он очень агрессивный, он очень быстрый. Вот, вот так забайтить и пробежать можно. Большой урона ужаса. Истощение, здравомыслие.
Готово. Баночки, баночки, баночки. Оу! Ну какого черта? Великая руна тревоги. Так, ладно, какие тут у нас есть великие? Так, большая. Великая холод есть. Короче, великая на холод есть. И все. Входить могут только возвышенные. Электрические уродцы. Ну, в принципе, да. Ядовитый гриб. Ядовитый гриб. Отвратительный гриб, который всеми порами выделяет тошнотворную слизь, липкую на ощупь и вонючую, но в остальном довольно безвредным. Однако попадание в кровь человека, например, через открытую рану, слизь становится ядовитым и может привести к смерти. Позволяет добавить оружие эффект отравления. Огненный гриб. Большая руна. Ох ты ж, ё-моё, это что такое? Так я не попадаюсь в его этот. Почему я попадаю в его радиус? Страхоглаз. Почему я попадаю в его, так сказать, радиус атаки психический? У меня уже психика, все, сдохла. Не восстанавливать ее придется заново. Так, а я его, получается, просто так убивал? Ради чего? Или в натуре просто так? Да уж. Понимаю. И теперь как я подниму? У меня даже нету... где купить. Хотя у нас валюты нету такой же. Той самой. Да. Короче, где-то мне нужно другой путь искать. Хотя я бы мог себе одно место вот под это подогнать, да и все. И на пасанке хилить, хилить. Ой-ой-ой, я забыл про кабана. Хо-хо-хо, свалим. Ну, в принципе, здесь есть ящик, я могу здесь фармить эту херь. Ладно, давайте я пофармлю как раз эту херовину и продолжим. Короче, мне эта херня зажала и убила.
Я не знаю, что будет. Я вообще даже не представляю, что может быть сейчас. Типа, что меня могут заштрафовать? А, ну, в принципе, ничего не забрали. Короче, мне надоело их собирать. Рассудок все равно падает, ребят, когда мы около этого. Поэтому я не вижу смысла поэтому погнали. Да ё-моё! Бесит. Короче, в траве можно шкериться, поэтому я шкерюсь. Блин, мне бы, конечно, найти... Да иди ты в сраку, ну что это такое? Да боже, ну за что мне... А! Просто хилку забирают у меня. Ладно, не тратим больше хилку. Готово. Я первого успел атаковать. Давай, приятель. Воу, 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 тихо, тихо. Рассудок мы не воруем. Но видите, он убивает кабанов. То есть он, по сути, сильнее кабанов. Однако, кабаны меня почти ваншотят. Это проклятый лабиринт меня почти доконал. Но теперь-то я знаю, в чем секрет. Видите, эти огромные черепа, они указывают путь. Идите туда, куда они смотрят. И не заблудитесь. А куда они смотрят? Снижать затраты... Ладно. Медитация. Восстановлюсь как раз и пойдем. С чистой душой. Каннибальная роща. И что? А, давайте про глазик как раз прочтем. Ну да, я походу книгу с пивкой потерял. Так, все грибы найдены. О, вон скиталец. Это проклятый лабиринт меня... А, точно. Возрожденная тварь кабан. Сгнившая туша дикого кабана возвращается к жизни мясоцветом. Мясоцветы, так-так-так-так-так, зараженные существа обычно становятся чрезвычайно агрессивными, поскольку растение стремится защитить. Это было. Страхоглаз. Страхоглаз также притворщики. Длинноногие существа, известные обескураживающей привычкой принимать
такие позы, будто силы притяжения для них не существует. Они маскируются с помощью лосьих туш и ждут, пока добыча подойдет на расстояние удара. Мало кто знает, но по-настоящему выглядит прячущееся за лосиной туши существо. А теперь немногие, кто мог бы об этом рассказать, молчат и потирают глубокие шрамы. Поэтому в первую очередь молодой путешественник учат ни в коем случае не смотреть в глаза страстноглаза. Подождите, хотите сказать, я получал урон из того, что я ему в глаз посмотрел? Но он же атаковал. Вот, он создавал круг, в который я типа должен был попадать. Однако я из этого круга вообще я в него не попадал, а урон наносился. Ох ты ж, ё-моё. Нихера себе. Да, попробуй таких убить. Так, возможно, вот это и есть домик. Ну за что? Ну за что? Ну скажи мне, что я тебе сделал? Надоел. Ладно, вот у них самое опасное это бег. И что он тут охранял? Камень? А нет, смотрите, а это. И чё? Боже, как меня это бесит! Почему тут не сделана локация? А вот. Так, время 45 секунд. Ну... Рассудок, не трогай мой. Зараза. Нужно нафармить банки. Банки вот эти фармить надо. Хорошо. Две херовинки мне дали. Окей. Так, есть алтарь. Если я сяду, я понимаю, что будет. Будет плохо, если я сяду. Ну что вот мне мешает? Вот скажите, ну что мне мешает пробежать? Я просто не могу в какой-то степени до конца понять вот эти полянки.
Странные кусты. Вот через них можно пробегать. Почему через другие предметы нельзя пробегать? Вот, типа, тропинка, тут лес. Вот. Типа, вот это горы? Нет. Ой-ой-ой. А, подожди, я немножко заблудился. Я немножечко заблудился, куда мне бежать. Вот, нету карты, все. Думай сам. Что да как. О, не-не-не, спасибо. Да-да, я чуть... Рассудка не лишился из-за чего? Из-за чего? Что это? Что вот? Что это? Гора. Оу, аппаратура. Спасибо. Так, 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 так. Ну хоть рассудок немного восстановлю. Вот это страшная херня. Просто в глаза дает локация, и ты не понимаешь, куда бежать. Потому что здесь, по сути, все одинаково. Так, и кашу я подобрал. По сути, мы движемся в одной и той же последовательности. Так, кашка. Куда я иду? Я уже запутался. Так, и здесь были вороны. Так, так. Так, тут были людишки. Так. Так, ладно, святилище. Если нужно где-то что-то, у нас этого нету, ничего. Боссов вообще не видать близко. Но зато врагов мы новых получаем, и все. Так, готово. Ну, рассудок снова вот у меня грохнулся. Не знаю, есть смысл с тем охотником драться? Зомби-брокколь. Прикольно. Так, вот это я понимаю, туда уже лучше не идти дальше. Но там и есть лабиринт этот. Может, за вот это место лабиринта он и говорил? Но это не поля. И не лабиринт. Ау.
двоечка. Сейчас бац, чудище, да, вот это. Ой. Погибель Сейна. Опа-на. Меч намного лучше, чем мой этот. Я вам скажу. Ну, типа там, да, эффекты стоят. Но тут будет покруче. А, ну там просто только два гнезда, видите? Давайте скорость ему дам. Так, большая, великая руна, да? А, у нас только одна. Не могу огонь прицепить. Давайте, ладно, огонь. Ну, меч хороший. Ну, типа, он тоже большой, но тратит меньше энергии. Да, вот это хорошее приобретение. Почему ты меня атакуешь? О, нет, спасибо, до свидания. Там у нас все. Все самое жесткое, что я видел пока что в игре. Не, ну меч имба. Просто в два раза увеличенные статы у него. Плюс еще и скорость хорошая. Просто имба имбой. Так, подожди, я наверх я не ходил, да? Я сказал там что-то жестко. Видите, уже не 4 надо удара, а намного меньше. Ваншот. Так, ядовитый гриб. Ну да, он немножко подольше замахивается, но урон отличный. Вот полазил, помучился, нашел идеальную вещь. Пошел в сраку. Короче, мне предлагают по черепам же, да, идти? И не заблужусь. Опа, нашел. Дорогу куда-то. Ну блин, понимаете, если бы я так не ходил, не искал все, да, не следовал, фиг бы я когда-то нашел этот меч. Грозовые грибы. То есть у врага слабость к электричеству, я как понимаю, да, у босса нашего. Так, ну они сами могут атаковать, поэтому... Мне не варик туда влазить.
Так, можно сюда как-то залезть? Да не трогай ты мою... Зараза! Ну, мой мозг ломает. Падла. Как мне туда через кусты эти сраные пролезть? Хо-хо-хо, подожди, что там еще лежит? Кровавый гриб. Так, сюда только так. Через елку. Через эти кусты, но нет. Там я не пройду, там даже дорожки нету никакой. Вот меня бесит, вот есть дорога, но ты не можешь туда попасть. Как это, что за бредятина? Слабость этого меча. Нет, пожалуйста, нет, ну за что? Да сука, иди в жопу! Пипец. Дело в том, что он от нас не отстает. Сейчас я ко второму еще прибегу, да? Блять, пугает нахуй. Твари. Вот этот жесткий. Его только сдалека стрелять, но, блин, навряд ли урон пройдет. Вон он бегает. А, ради великой руны. Ну да, ради великой руны с ним сражаться. Это бред. Я вижу, Даш. А куда ты идешь? Что он что-то охраняет? Короче, давайте уже к боссу идти. Это жесть. Ага. Только ни хера не понимаю. Так, глаз смотрит сюда. Ау. Опа, что-то выпало. Конечность. Да, конечность. Не правда ли странно, что нечто столь
знакомая и обыденная, как конечность, может стать отвратительно пугающим, стоит лишь отделить ее от тела. Ненадолго повышает урон в ближнем бою, но снижает здравомыслие на ноль. О, наконец-то все! Все. Все, я прошел это сраное место. Так, я понял, что это за хрень. Мне рассудок очень нужно быстро поднимать. А без рассудка, короче, мы видим призраков. А это очень плохо. И призраков мы видим не обычных, а убитых нами. Зачем вы туда ложите вещи, если я туда все равно попасть не могу? Я вот не понимаю таких моментов. Потому что там гора. О боже, он очень долго замахивается. Дольше, чем те мечи. Я понимаю, что там кто-то стоит. У меня хилов вообще ноль. О, бля. Но у меня рассудок уже падает. Ладно, давайте драться. Поехали. Тихо, 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 тихо. Что, что будет? Я убил, я... Давайте я туда добегу, посмотрим, что будет, и продолжим. Так, я прибежал на место встречи. О, ты ж ё-моё. Вот что значит минус рассудок. Обглоданные останки, судя по всему, принадлежат женщине и двум детям.
Окей, дайте мне хотя бы что-то, какую-то. Мне в, немного хотя бы разум восстановить. Так, ладно, короче, это выбрасываем. Мне нафиг не надо. Пипец. Ладно, погнали сюда. О, камешек. Глицогенная тропинка. Ага, у меня так разум. Великая руна одиночества. Дайте мне, пожалуйста, уже где-то сохраниться. Ну ладно, я зато тело нашел. Каша. Ну что, что я открыл? Вот я сюда попал, ну. Убогая локация, честно говоря. О боже. Медитация. Ладно, давайте, короче, здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.